обращаться с книжкой? Да. Не надо рвать книжки. Нельзя рвать книжки. А листы загибать можно? Нет. Листы загибать в книжках нельзя. И бросать книжки тоже нельзя. И нельзя их брать грязными руками. Грязными руками и мокрыми руками их брать нельзя. Она родилась 4 февраля, это была зима, в Москве. Папа ее был ветеринарным врачом, а мама домохозяйкой. Она получила очень хорошее домашнее воспитание. Агния Львовна написала очень много стихов. 700 стихов. Вот посмотрите, какие книжки я вам хочу представить. Здесь просто стихи. Глаз не сводит с башмака. Мальчик с тонком, с расстановкой занимается обновкой. То погладит башмаки, то потянет за шнурки. Сел Андрей и понял ногу, языком лизнул башмак. Ну, теперь пора в дорогу, можно сделать первый шаг. А чем они тебе нравятся? Мне не нравятся, они развивают фантазию. Велина, тебе нравятся книжки? Нравятся. А чем они тебе нравятся? Мне нравится тем, что там много интересных и полезных историй. Я люблю книжки со сказками. Зима, затрещал мороз.
от беды спасает дружба. Раз теперь мы все друзья, на танец всех приглашаю я.